Знаю, ты хотел тоже потупить, ну, типа, чем мы там обычно занимаемся? Тупим. Ну, тупим там еще. Вот. И Артур типа. почему не предупредил? Он уже говорит это спонтанно. Знаете, так случается иногда. Здесь только избранные. Сегодня будет мало народу, и зритель, ты просто знаешь, что ты избранный. Ну, или просто я не предупредил. Бой. Нет, пока Как? что он еще маленький, я гуляю с ним. Ну, короче, он идет рядом со мной. Метрах в шести выходит женщина, такая расфуфыренная, с мужиком. Короче, и ни с того, ни с сего говорит мне: шавку свою убери. Ну, у меня там триггерит, как обычно. Я помню, Я говорю, он у меня отучен говно жрать, короче. Мужик как кинулся на меня. Ну, он хотел, короче, ударить меня, но я бы его убил бы. Но, типа, Эван как гафнул, мужик тоже всрался. Ну и, короче, Я вам вот. такой, я сейчас сделаю пупку. И Вот. все. И, боже, ты бы видел, насколько приятно было видеть, как у людей рвутся пердаки, реально. То есть привыкли, вот они очень дорого были одеты, видно какие-то там, ну, господа такие, короче, тут какой-то холоп их послал нахрен, и они ничего не могли с этим сделать. Я бы ему реально этот мордоческу поразбил бы сюда. Он Был такой вот этот, бывает же такие, типа, драться не умеет, он такие подбегает, такой, чё ты? Вот, а этот драться толкаться, умеет. знаешь, любят так типа подойти, так типа Ага, толкнуть немного. да. Че на меня, что ли? А Выдумщик. я так как бы чужой, не Эй, ну чувствую этих амигдал, ну не толчков пали и меня, вообще не. я же должен был хотя бы в выдумках. Окей, я прыгнул. Теперь я понимаю Дашу. Пара-па-па-ой. Ужас. И потом под конец припев. Тыщ! Все, я соргазмировал. Слишком хорош. Вернется на 5 лет назад. Ага. Сколько лет сейчас с нынешними технологиями? О, люди бегут по полю. Что, будем делать кубок? Я его сдавил. Добил. Я добил. Мы Помните, вот такие колесные мы. бандиты. Интересно, круг когда-нибудь закончится на воде или там встретили Да, такое же, как бывало одно? такое. Люди просто, короче, топили друг друга. Вот в этой гавани вообще, по-моему, топчем. Нет! Нет. Надо вообще подъем-то есть? Раздали. О, спрыгивает, там один побежал, спрыгнул. Вон, по крыше все еще бегает. Я понял По тебя, той же. понял. Вот еще стрелок! Господи! Охренеть, вот это Букич. И внутри один, ага. Так, твою мать! Бочину, блин. Ты видел, как он лежал, хладнокровный ублюдок? Быстрей! В погоню! Стой, бляж, не уйдешь. Дебилы. Безопасная игра и мы. Просто запомнил номер, нет? Не надо. Выброси ее, выброси, выброси. Ты выбросил? А? Я не знаю. Да выброси, выброси. Они спереди, они могут сейчас выйти как какие-то. Бензин Да вообще кончился. поймал этот пуль. Бензин кончился, Джек. Шутишь, что ли? Я вообще следил, у меня, говорит, больше бензина, у меня больше бензина. Я прикалывался. Я знал про бензин. И что? А, ну мы хотя бы в Мы в зоне, зоне. все нормально, все под контролем было, я же тебе говорю. Красная зона не убивает. Все, Красная Изобразится, зона. приезжал уже. Такой же псих, как ты.
Мне бы пушку нормально, потому что с вектора стрелять на этом, на скорости. Так, пошли лутаться в этом доме. Просто нет слов. Вот они были, их нет. Друган пришел. Да блин, второй не успел. Ну, в прыжке было неплохо, да. Я ему на плечи сел коленями, короче, и свернул шею, прикинь. Охеренно, да, я не знал, что в игру такое добавили. Ноги. Офигеть. Блин, тут ближний бой добавили. Пипец. А второму приклад в рот воткнул, короче. А он такой, типа, прикусил его и выстрелил мне в голову. Этого я не учел. Сука, дебил. За горкой вроде как. Так. По нам шьют оттуда, поэтому лучше быть... Прям на Е. На Е вот там чувак не сидит или это куст такой? Да, чувак сидит, я же говорю. Не вижу его. Блин. Джек. А. Не вижу его. Левее дерево, короче, в кустах лег. Тут два дерева. 60... Меня сзади попали. Из-за зоны. Их тут двое, Джек. Все, меня ранили. Давай. Либо ты его. Либо. Минус два. Джек, живи. Топ. Я сижу. У нас 9 секунд, мы сейчас умрем, Джек. Я не успею тебя спасти, я должен бежать. Прости. Я не успеваю тебя спасти. Да. Давай, где человек остался? Так, его джип не в лучшем состоянии. Да, получше, чем мой. Прости, Джек! Но... Да все нормально, давай, едь, выживай. У меня только бинты были, а аптечек не было, я все равно бы не вышел. Так, где пасется мудак? Вот сюда вот сядь между этими двумя. Да, машину поставь, короче, у тебя будет этот с трех сторон. Да, у меня будет неплохая такая штука, которая меня взорвет. Так, там баги, я понял. Я думаю, человек 7 в итоге останется вот сейчас после небольшой перестрелки. Вижу одного дебила. Жалко, у меня нет глушителя, потому что... Положили, я только в него целился. Прикинь. Положили откуда-то оттуда. Где говно с СКСом? Сука. Слева едут. Пусть едут, пусть едут. Шти. Пусть поедут с этим повоюют. Сейчас минус 2 будет, я тебе говорю. Я тебе говорю, что будет минус. Они входят в дом. Угу. Один входит, ну? Второй вошел. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну-ка. Минус 2. Серьезно? Вот это красавчик. Четверо чуваков. Славься. Скорее всего, там отряд из четверых чуваков внутри. Там не Впереди. Может быть отряда, мы же тут дуо играем. А, ну да. Все, у меня нет времени. Где эти пацаны? Я нервничаю. Их двое, это меня больше всего беспокоит. У меня мне кажется, двое внутри, а снаружи один. Вообще в этом уверен. Прощай, Родина. За стенкой дальний видел, да? Видел. Все видел. Сука. Я думаю, что они никуда не двинутся, они будут там сидеть. Бегут двое. Хорош, по-моему, он упал. Не упал. Он лежит под кормой. Второе здание. Идите нахуй, я тут сижу. Простите. Все идет. Во. Ну. Это баг Вафл, сука, который украл наш УАЗик. Да. Это чувак-то еще и с каром бегает. Тут. Остался. Он один. Просто за УАЗик. Красава! Сусак, УАЗик твой! Ублюдки. Или мой! Будете знать, как у нас УАЗики отбирать.
Вот, первый. Ребят, ГГС, ГГС, просто ГГС. Нормальный такой.